Всем привет! Прошло совсем немного времени, и я вам хочу показать, что у меня вышло вот с этой орхидеи, которую дала мне детку. Посмотрите, как у нее листочки. Я не знаю, прям по кругу вот так вот идут. Вон там еще растет новый листочек. Вот. Ну, что будет дальше, не могу сказать. Будем смотреть, будем наблюдать. Вообще она себя чувствует хорошо. Стала давать новый листик. Вот этот вот. Вот так, в общем-то, вон там еще у нее лезет листик. Тут грязюшка какая-то. Тут у нее еще лезет листик. Она активировала корешульки. То есть, как бы все нормально. Я ее пересаживала, она никак не страсанула вообще. Она даже не поняла, что я ее пересадила. У нее была грибница. Дальше хочу показать мою орхидею, которая дала вторую детку сразу же буквально после того, как я срезала у нее ее детку. Вот. И она мне дала такую красоту. Она растет просто на глазах. Просто на глазах. Посмотрите, какой у нее огромнейший листочек уже стал. Вот. Растет на глазах. Более того, я вижу у нее такое чувство, что у нее скоро пойдут корешки. Вот. Потому что у нее такие припухшие немножечко есть места на шейке. Сейчас покажу. Такие вот припухшие места на шейке есть. Единственное, я вчера заметила вот такое чувство. Либо ее кто-то сгрыз вот здесь вот. Либо она оторвала нечаянно листик, потому что ее листик соприкасался вот с этой вот, с этим вот цветоносом. Я уже его подвинула в моей желтой орхидейке. Дальше хочу показать немножко моей красоты, которая уже распустилась и либо планирует распускаться. Вот мой Сого Вивьен. Посмотрите, какие всегда пушистые стрелы. Всегда пушистые цветоносы. Всегда. То есть на одном цветоносе. Раз, два, три, четыре. 5-6 веточек. Представляете, какая красивая будет стрела, вся в цвету. Ладно, она еще не распустилась. Как распустится, я обязательно покажу. У меня уже красота моя. Вот такая вот. Очень красивая. А пахнет, вы себе просто не представляете. Прям духами. Есть такой вот запах духов. Не ванили, а я не знаю, даже вот такой цветочный запах. Смотрите, какая красотища. Обожаю эту орхидею, несмотря на то, что она минька. У нее маленькие цветочки. Цветочки, кстати, похожи на голубя. Вот здесь вот у нее даже такие желтоватые есть. Даже видите, вот желтоватые оттенки. Класс, очень нравится. Очень люблю эту орхидею. Так как же поживает наша орхидея детка, которую мы отсадили от мамы? Наша детка скоро зацветет. Пожалуйста. Ну, два цветочка у него будет точно. Вот она начала, кстати, оттушивать цветоносик. Корешочки растут. Я ее смотрела. У нее уже там внизу, с боков, видно, что корешочек у меня совершенно никак не страсанул. После пересадки. Дальше у меня распускается такая красота. Это орхидея «Звездное небо» Magic Art. Такая вот красота у меня открылась. Вчера вечером бутончики были такие закрытые, сегодня уже они открылись, но еще не полностью. Обязательно, когда она у меня откроется, я покажу ее цветение. Также детка, ой, не детка, а также орхидейка, которую я реанимирую.
Ну, она себя чувствует более-менее нормально. Сейчас я попробую вам показать. Вот он, корешок новый, молодой, от старого корешка. Листочек у нас растет дальше. Вот там этот активировался корешочек, правда, как-то замедлился. Я уж думаю, не дай бог, опять здесь у меня червецы, и я не могу их обнаружить. Вот. И вон там корешочек у нас. И вот здесь вот у нас корешочек, он видно его вот тут. Вот он. Не знаю, как пролезть и показать. Вон там он, корешочек. Опять же, от старого. Вот. Поэтому пока у нас все нормально. Пока растут у нас все. Детка, которая медленнее, чем у той другой орхидейки. Нового листика не вижу. Новых корешков не вижу. Один корешочек у нас подсыхать стал, но это не беда. Вот, два корешка у нее ушли в грунт. Но два это как-то немного пока. Я пока не готова ее отсаживать от мамы. Я думаю, что она тоже не готова к отсадке. Поэтому такие у нас дела. Всем спасибо за просмотр. Как у меня орхидейки распустятся, еще больше моя синенькая. И Magic Art я обязательно вам сделаю видео обзор. Всем пока!